Наступна імпровізація називається ток-шоу, і зіграємо ми її з Вітією та Славою. Зараз вони стануть героями ток-шоу, ведучим якого буде Рома Міщиряков. Як називається шоу, про що воно і чому Рома запросив саме цих людей, все це він придумає по ходу. Завдання хлопців буде відповідати на його питання, але так, щоб всі слова починалися з однієї тієї ж літери, з якої саме ми зараз виберемо всі разом. Отже, з якої літери будуть починатися відповіді у Віті? Г. Буква Г для Віті. Яка буква для Святослава? Л. Буква Л. Інші хлопці також будуть учасниками програми, які з'являться по ходу історії в тих образах, які їм придумає Рома. Вони теж будуть говорити словами, що починаються на одну і ту ж літеру. Давайте виберемо літери їм. Валік. В. Валік. Валік. Буква В. Так. Костя. П. П. Буква П для Кості. І Вова. Т. Так, буква Т. Ти. О, такої букви у нас ще не було. Давно не було. Ідіть, хлопці. Ще треба придумати назву для цього шоу. Скажіть, будь ласка, по одному слову. Розовий. Фламінго. Грудка. Розовий фламінго, грудка. Ну, файна. Супер. Отже, шановні друзі, в ефірі ток-шоу «Рожевий фламінго, грудка файна» та його ведучий Рома Міщиряков. Зустрічайте! Да-да-да, я перезвоню, я веду. «Розовий фламінго, грудка файна, здравствуйте!» Итак, давайте поприветствуем наших гостей! Ребята прибыли к нам из одного села. Грязное. Село Грязное. Вы издалека к нам приехали, все сами тоже грязные. Как вас зовут? Григорий. Григорий и? Лариса. Вы друг другу муж и жена, я так понимаю, являетесь? Любовники. Любовники, да? Еще не узаконили отношения. Григорий, кем вы работаете в этом селе? В селе Грязном? Гастроэнтеролог. А вы, Лариса? Лекарь. А, вы в одной больнице. Вы в больнице. Как больница называется? Чтоб все, кто был в этой больнице, сразу поняли. Откуда вы? Грязь. А, село Грязное. Больница Грязь. У вас, наверное, много ванн, да, вот этих вот. И гарнитур. Вот. Скажите, в чем причина вашего визита? Что случилось в селе? Гумаки лопнули. У вас лопнули гумаки? Так, а что еще? Это для проблемки мало. Кстати, Григорий, как давно вы с Ларисой вместе? Год. Лариса, а где... Ага. Ложь. Ложь? Гораздо больше, да, я так понимаю, да? Но почему бы не узаконите свои отношения, так интересно? Гроши. А, на свадьбу не хватает. Он вам не делал что предложение? Лавешки. Лавешки, да, нет. Он предложение вам не делал еще? Гнида. Лариса. Ну ничего, любовь найдет свою судьбу. Как помните, кто это сказал? Чья цитата, да? Лысая Лида. Да, лысая Лида. Знаменитая шансонье. У нас есть еще человек, который приехал к нам из села Грязного. Ладно. Серьезно? Давайте поприветствуем его. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Здравствуйте. Тарас. Здравствуйте, Тарас. Тамада, Тарас. Торжество. Стрица. Тратан. Грасте. Трасте.
Лариса, Григорий, тамада. Тамада, Тарас. Мы на самом деле сегодня для вас решили сделать сюрприз. Гонишь. Так. Григорий. Лариса, посмотрите туда. Григорий, вот мое кольцо. Сейчас время сделать предложение. Гарно! Продолжайте. Скажите, за что ты ее любишь? Грубо. Я каюсь, Ларису. Гастроэнтеролог. Головне. Лизати любиш? Ганьба! А, Гудзики, розшибай. Не здесь. На вас кольцо. Я так вижу, Лариса, вы согласны? Ля-ля. Давайте поаплодируем. Тамар. Пожалуйста, мы из села... Торт! Подождите, мы... Трошки туби. Лучший. И мы позвали, конечно же, Лариса, вашего родственника. Давайте поприветствуем. Какая свадьба, конечно же, заходите. Здравствуйте, тоже из села Грязного. Как вас зовут? Видеооператор Вадим. О, сейчас мы эту свадьбу... Возможно воспроизвести вложение в... Свадьбу? Василия, да? Да. Традиции. Вы готовы снимать, да? Боже, мы для вас сделаем все. Прямо в прямом эфире. Вы сделали предложение. У нас есть бесплатный видеооператор. Пожалуйста, Тамара. Тамада Тарас. И не хватает человека, свидетеля, который тоже расписан в графе. Пожалуйста, сразу заходите. Давайте поаплодируем. Григорий, не переживайте. Наш телеканал все оплатит. Тоже из села Грязного. Лошадь. Здравствуйте. Протоиерей Петр. Батюшка, у нас сразу и венчание. Православный поп. Греко-католик. Проблемка. Пожалуйста, вставайте. Спасибо. Сейчас вы тоже, пожалуйста, вставайте. Видеооператор, точка хорошая? Великолепно. Ловишь? Ага. Итак, пожалуйста, я вам, если что, помогу. Традиционно. Тирамису. Тирамису. Такие традиции в селе Грязном. Итак, уважаемый Григорий, Лариса, видеооператор, все готовы? Батюшка, что-то в начале венчания? Подведу пару под венок, венок. Под венок, да? Кстати, под венок. Литруху лупанам. Потим. Пара, подтвердите планы. Григорий, вначале вы. Скажите клятву. Гарна газдень. Лариса, ваш ответ. Ласки любимого. Уже я сейчас заплачу. Боже, как красиво. Трогательно. Тарас, это очень трогательно. Боже, я извиняюсь. Прямо в эфире. Литруху лупанем. Выбачте. Видеокассета вышла. Сунь внутрь. Смотри, какой! Сунь внутрь! Григорий, провозглашаю пару постоянными партнерами. Горько! Тархуна! Гарно, дякую!